Итак, всем привет, вы на моем канале. Добрались мы до фары. Сейчас буду рассказывать вам о фаре и панели приборов. Так, начнем с фары. В всяком случае, фонарик, если что, подсветить. Так, фара. Вот она, фара. Здесь крышка такая стоит. Но вставляется в лампочку большую. Там габарит и красный провод рядом. Вот тут. Так, дальше. Это одеваем. А снизу там она затягивается болтом. Так, из фары идет такая фишка, вот, с четырьмя выходами. Сейчас вам расскажу, что куда подсоединять. Так. Соединяете ее с вот этой фишкой. Если у вас ее нету, находите с четырьмя проводами. И первый провод, самый, вот так получается, самый правый, вот он, самый правый нижний, он у нас идет на замок. Сейчас я вам покажу, куда. Да, фонарик хорошо, что я взял. Сейчас панельку сниму. Я затянул сейчас. Так, вот, снимаем панельку. Ну, я снимаю, чтобы показать вам, куда крепится провод. Так, вот он, замок. Чтобы было лучше видно вам. Сейчас подсветим. Вот, вот сюда, в самую левую. Вот. Здесь с двумя выходами она. Вот, один идет сюда, а с нее второй идет на заднее седло, там на подсветку что-то такое. Но я пока седло не сделал, потом вам покажу. Так, дальше. Правый верхний идет на раму. Кидаем на массу его просто вот сюда. Так, потом самый верхний левый. Вот он у нас. Он у нас идет в панель приборов. Сейчас. Вот сюда здесь фишка с тремя фазами. И с этой, он с этой фишкой соединен уже будет, вам ставить фишку надо. Но если у вас не соединен, то так, сейчас, если он у вас соединен, то это получается, как бы его так найти, вам показать, что это за провод. Так, сейчас, секунду. Так, вот фишка, в общем, вот так она, если получается вот так, это и вправо, этот провод будет вот отсюда. Вот он, самая правая нижняя получается. И вот вставляется в панель приборов. Ну ладно, потом ставлю. Так, идем дальше. Так, остался один у нас, самый нижний левый. Это он идет в левый пульт. Он у нас вроде бы синего цвета, но тут уже
Постерлось все. Переключать дальний ближний свет. По идее, должен подсоединен у вас быть. Так, ну, здесь все. Теперь, чтобы у вас горела лампочка дальнего света, когда вы включаете фару. Так, так, так. Здесь есть с 5 фишками посередине панели. Из нее будет идти такой самый нижний правый с тремя из одной красного цвета провод будет. Его нужно будет кинуть вот сюда. На вот этот болт вот сюда его нужно будет кинуть. И тогда, когда фара включится, у нас будет показано, ну, дальний свет переключите, и будет показано, что дальний свет горит. Сейчас вам покажу, что все работает. Секундочку. Забыл еще вот что сказать. Из правого пульта идут 5 проводов. 2 из них это на стоп-сигнал, а остальные 3 черный, красный и фиолетовый, они у нас идут вот сюда, в панель приборов, вот сюда вот вставляются они. То есть здесь самую правую из 5 фишек посередине и левую, левый пульт в самую левую вот сюда под панелью. Так, сейчас панель поставлю и продемонстрирую вам, что фара работает. Так, вот что я поставил. Пока так просто накинул, потому что там еще кое-что вам покажу. Так, включаем зажигание. Лампочку зажигания я снял, поставил на дальний свет, потому что тут одна такая лампочка у меня. Надо будет купить, чтобы показать вам дальний свет. А так, когда включаете зажигание, тоже должно гореть. Но об этом чуть позже. Так, включаем положение свет. Так, свет есть вот. Это ближний свет. Переключаем на дальний. То есть загорается на панели приборов лампочка, дальний свет. Вот, пожалуйста, дальний свет. А третье положение это будет подсветка спидометра. Подсветка спидометра вроде. И этот габарит, по-моему. Ну, габарит будет работать, когда подсоединим его к седлу вроде бы там. Как-то они соединены между собой. Ну все, в общем. Тут все работает. Теперь хотел вам показать еще на зажигание, чтобы горела лампочка зажигания. Сейчас я переставлю по-быстрому. Вот одна лампочка всего лишь. Что одна на габарите треснула. Пришлось ее на габарит кинуть. Проводка немного горела когда-то. У прежнего хозяина еще. Поэтому панель уже в плохом состоянии. Так, зажигание горит. Как это сделать, чтобы она горела? Так, в панели приборов, где 5 фишек, вот, есть такой провод, где, вот он будет синего цвета у вас. У меня черный этот, это желтый, он идет в замок, это на подсветку спидометра. Он, сейчас покажу. Он туда, в самую дальнюю. Конец замка он туда, в общем, он вставляется. Это на подсветку, потому что до этого дойдем. Так, синий провод, значит, он у нас вставляется в панель приборов. С панели приборов он идет у нас. Сейчас я его найду. Вот я его тут соединил. Он идет у нас на БПВ. Вот сюда вот. Вот. Вот сюда он идет и включаете, и вот горит, зажигание работает.
Ну, сказать вам, что ли, еще какие тут провода идут. Ну, этот будет желтым. У меня черный, я его поменял. А этот такой черный, это будет нейтралка. Она вот сюда, куда-то там ставит. Коричневый тоже кидается на массу. Сюда на раму. Я потом расскажу для чего позже. Еще до этого дойдем. Ну, вроде все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео поговорим про поворотники и так далее. Всем пока.